Физкульт, привет, друзья и ученики, и просто случайный зритель. У меня для вас хорошая новость. Особенно многие из вас просили меня, чтобы я выпустил свою книгу. И вот это произошло. Вы можете набрать в поисковике в Гугле название данной книги «Ступени натурального бодибилдинга» или «Фак Фитнес». И у вас выйдут ссылки, по которым вы сможете приобрести данную книгу. Книга несет в себе массу полезной информации. Надеюсь, что полезной. При этом книга очень доступная. Она недорогая. Обращаю ваше внимание, не дешевая, а недорогая. Именно тот поток знаний, квинтэссенция всего моего теоретического и практического опыта, я делюсь с вами. И вы можете изучить это. Вы должны изучить это. Особенно, если вы новичок. Особенно, если вы на среднем уровне. Если вы хотите стать инструктором. Данная информация будет вам крайне полезна. Потому что дает именно основные базовые понятия, как прийти в тренажерный зал, с чего начинать, на что обращать особое внимание. И несет в себе, помимо всего прочего, еще эксклюзивные вещи, которые родились именно в моей беспокойной голове. Не где-то я их вычитал, не где-то я их перенял или услышал, а именно путем размышлений, путем постоянного поиска, изучения различных материалов, теоретических, практических. Я пришел к этим выводам, с чем и делюсь с вами. Очень много информации в этой книге, о которой я говорил и которую высмеивали, но потом и сейчас мы видим, ее принимает та или иная сторона, тот или иной блогер, и многие люди действительно начинают поддерживать эти мои идеи. Вы узнаете о том, правда ли, что нужно каждому тренироваться индивидуально, о том, что от того, эктоморф вы, мезоморф или кто еще, какой психотип, а это действительно психотипы, влияет ли это на тренировочный процесс. А если влияет, то как? Вы узнаете о рейтинге мышечных групп, какие группы мышечные преимущественно нужно тренировать, какими упражнениями и многое-многое другое. Действительно, книжка заставит вас задуматься. И даже если вы находитесь на продвинутом уровне, она будет вам интересна. По крайней мере, просто посмотреть на сторону бодибилдинга совершенно с другой стороны. Лично я стараюсь читать и смотреть как можно больше познавательного, особенно от людей, которые всю жизнь тренируются, всю жизнь занимаются, имеют колоссальный опыт в соревновательной деятельности, в обучающей деятельности. Я всю жизнь занимаюсь только этим. Я специально пошел учиться на факультет физической культуры и спорта, где почти 6 лет отучился, и не на каких-то курсах, а именно в серьезном государственном заведении. Друзья, покупайте данную книгу и большая просьба, оставляйте отзывы, комментарии здесь под данным видео. Понравилась вам книга, с чем вы согласны, с чем не согласны. Больше критикуйте, если есть действительно таковая критика конструктивная. Потому что для меня, как для автора, важнее именно критика, нежели похвала. Чтобы дальше развиваться, чтобы смотреть тоже на свои мысли совершенно с другой точки зрения, под другим углом. Только так можно двигаться дальше, а не стоять на месте. Все вы прекрасно знаете, что стоячая вода загнивает. И только вода, которая течет, двигается, постоянно обновляется, постоянно чистая. Также и наш разум. Если мы не развиваемся, если мы считаем, что мы достигли апогея, что мы знаем все, то мы с вами как минимум останавливаемся и как максимум загниваем. Лично я желаю вам всем развиваться, желаю вам всем тренироваться, тренировать не только тела, но и мозги. А лучше всего для этого подходит игра шахматы. Она будет развивать ваше мышление, она будет развивать ваши мысли, будет служить именно источником того, чтобы мозг начинал включать как можно больше двигательных, мыслительных процессов, что будет заметьте, полезно и для вашего тела. А если вы еще и тренируетесь, это будет полезно и для вашего мозга. Только в таком тандеме мы можем считать себя полноценно развивающимися людьми. Друзья, спасибо за то, что смотрите мой канал, читаете мои статьи. Приобретайте книжку, оставляйте комментарии. А мы, как всегда, с вами увидимся в тренажерном зале. Силы всем, массы и, естественно, без травм. Друзья, не пропустите, я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка, среднячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы, чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше, чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию, на все типы мышечных волокон. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график, и на следующую неделю у тебя полностью, целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу. Но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока! Сухой мышечной массы и силы без травм.